Ну, конечно, мы чуть-чуть поговорим, все. Я ему говорю, что ты будешь свистать, и он тоже меня так говорит. Ну, слава богу, что так ничего не страшного не было, это хорошо. Спасибо тоже опять болельщикам «Металлиста» и всей харьковчанам. Ну, если честно, были такие волнения, но нормально встретили, и игра удалась достаточно нормально, поэтому могу сказать, что нормально. Тебе было что доказывать «Металлисту»? Нет, я что доказать. 8 лет здесь были, и все, в принципе, меня знают, как я играю, поэтому не было никаких вот это насчет доказать не было.